В настоящее время численность крупного рогатого скота в Московской области составляет 206 тысяч голов. Естественно, что у такого рогатого племени должны быть свои звезды. Спустя более чем 20 лет выставка «Звезды Подмосковья» – это профессиональный форум, где также представлены производители кормовых добавок, молочного оборудования, ветеринарных препаратов. Беспроводной УЗИ-сканер с линейным датчиком, 128 кристаллов. Для ветврача, зоотехника – это необходимая вещь в наших условиях, в том ритме, в котором мы живем сейчас. Главными гостями выставки стали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и глава Ленинского района Валерий Венцель. Они прошлись по выставочным стендам, где представлены и другие отрасли сельского хозяйства, в частности птицеводство. Для гостей из Сергиева Посада выставка – отличная возможность завязать новые полезные контакты. Здесь клиенты могут воочию посмотреть на нашу птицу, убедиться в ее высоком качестве, да, взять контакты, потом подъехать уже там к нам или здесь приобрести птицу. Люди, которые этим интересуются, для них это важно. На открытии перед собравшимися выступили представители организаторов, среди которых Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и некоммерческое партнерство «Мосплен». На правах гостеприимного хозяина приветствовал участников и зрителей и глава Ленинского района. Еще одна задача форума – обмен опытом и награждение лучших представителей профессионального сообщества. Свои награды получили зоотехники и рабочие ферм, операторы оборудования и ветеринарные врачи. Конечно, не ожидала. Я работаю в этой сфере 12-й год. Вот, и номинация «Ветеринарный врач». Ну и какие чувства в связи с этим? Конечно, самые такие высокие, эмоциональные. Впервые в истории конкурса «Звезды Подмосковья» был проведен аукцион по продаже породистых телок и бычков. Но главное – выбор звезд первой величины. В этом году на выставке было представлено 62 коровы из 34 хозяйств Московской области. Участники признаются, специально для выставки коров не выращивают. Сегодня мы привезли 3 головы и... Это наша 4-я выставка. Что в надой был, отел был хороший. Такие, по таким критериям мы и привозим сюда. В этом году председателем жюри стал Торсен Ленг, судья международной категории, аналитик крупнейшей в Германии организации по племенному животноводству. Впрочем, параметры оценки довольно просты. В первую очередь экстерьер. То есть корова должна соответствовать всем параметрам. Это и вымя, и холка, и костяк. То есть куча. Ну и плюс она должна быть продуктивной. Это она должна давать молоко. Абсолютной чемпионкой, звездой Подмосковья стала корова по кличке Грамота, животноводческого предприятия «Пойма» из городского округа Луховицы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.